Приветствую вас на моем канале, и сегодня я хочу рассказать о новинках каталога 16, новинках новогодних, это наклейки новогодние от компании Faberlic. В этом году они представлены как цветные, так и беленькие. Ну вот посмотрим цветные, наклейки новогодние цветные. Здесь смотрите, Дед Мороз, снеговик. Снеговик с подарками и на коньках, и снеговик у елки. Они большого размера. Тут у нас все написано. Наклейки новогодние цветные. Так, способ применения. Аккуратно снимите выбранную наклейку с подложки, приклейте на выбранную поверхность, прижмите наклейку с небольшим усилием. Перед приклеиванием убедитесь, что выбранная поверхность чистая, сухая, без следов жира, пыли и других загрязнений. Наклейки не оставляют следов на поверхности. Условия хранения наклейки. Аккуратно снимите наклейку с поверхности. Это уже после того, как у нас прошел праздник новогодний. И поместите на соответствующее место на подложке. Хранить наклейки на подложке в пакете. Перед повторным применением рекомендуется протереть наклейки влажной салфеткой. И можно приклеивать их еще раз. Наклейки 30-40 сантиметров, произведены в Китае, срок службы не более 3 лет с даты изготовления. Но хочу сказать, что можно использовать их не один год, а несколько лет. Артикль 11629, произведено только в этом году. Эти наклейки новогодние недорогие, всем доступны, поэтому рекомендую попробовать, чтобы ваши стеклышки, зеркала были очень красивые. Еще одна наклейка. Эта наклейка мне больше нравится. Это наклейка новогодняя. Посмотрите, какая прикольная, классная. У нас здесь салют новогодний, новогодняя снежинка, новогодние, смотрите, Санта-Клаус едет на оленях, на саночках, снежинки. Опять же салют. Короче говоря, очень суперские. В прошлом году были похожие, но эти в этом году круче. То же самое, они их использовать также нужно, как и то, что я говорила вам ранее. Так, смотрим. Артикль 11628. Также срок службы не более 3 лет с даты изготовления. Поэтому обязательно заказывайте. Я думаю, все ваши домочадцы будут рады, довольны. Обратите внимание, что, смотрите, они будут двухсторонние, то есть будет видно наклеечка и со стороны улицы, и обязательно наклеечка будет видна со стороны дома. То есть очень классно, не односторонние, как продаются часто у нас на рынке. Видите, белые, конечно, суперские, классные, да, серебристым отливом, такие с блестками, когда будет попадать на них солнышко, они будут просто сиять и сверкать. И те цветные также, они будут двухсторонними. Есть в наличии продукция, обязательно рекомендую всем заказать и попробовать, порадовать своих деток. До новых встреч! Удачных новогодних праздников!